Bonjour. Спасибо большое. Я счастлива здесь и хочу благодарить моего большого друга, господина мэра Казани, за приглашение, за возможность быть сегодня здесь. История между Парижем и Казанью началась с первого визита господина Метшина в Париж осенью прошлого года. И aujourd'hui je découvre cette ville, et cette ville est exceptionnelle. Сегодня я открываю для себя ваш удивительный город. Je suis impressionnée. Я удивлена и впечатлена той способностью, возможностью, которую ваш город во главе с мэром города смогли реализовать, тот исторический потенциал, который ваш город хранит. Mais c'est aussi une ville complètement tournée vers le futur. И одновременно то, что вдохновляет нас, как город Париж, это что город Казань является ориентированным на будущее, на семью, на спорт, на детей, на молодое поколение. Для нас это очень важно. Donc je suis vraiment heureuse. Я счастлива, меня переполняют эмоции. Я благодарю господина мэра за вот этот визит, за те впечатления, которые я увожу с собой, те эмоции, которые мне подарил этот визит. И я уезжаю с огромным количеством идей для дальнейшего сотрудничества. Я счастлива и горжусь тем, что я первый мэр Парижа, который вот открыл для себя ваш город и в который я просто влюбилась. Спасибо. Le bilan est vraiment très positif et nous allons beaucoup travailler. Cette rencontre a été très fructueuse. Но итоги очень положительные. Мы эффективно поработали. У нас очень много идей. Нас ожидает плодотворное, активное сотрудничество. Il y a beaucoup de sujets qui nous unissent et qui vont engager un travail entre nous. Очень много тематик нас объединяет. Очень много направлений для сотрудничества у нас есть. Я не сказала об этом вначале, но то, что город Казань – это город, в котором разные религии находят свое место и находятся в таком мирном, прекрасном существовании – это удивительный пример. И вот эта идея, когда разные сообщества могут мирно жить, жить в гармонии, в мире и в радости, для нас это очень важная идея, которую мы поддерживаем, и в рамках этой идеи очень много также направлений сотрудничества можно развивать. Les questions d'éducation, je pense, et on a échangé. В сфере образования возможные обмены между школьниками Парижа и школьниками Казани не могли бы еще больше укрепить наши взаимоотношения, взаимное сотрудничество и наше будущее. И спорт, то место, которое он занимает в проектах вашего города, в проектах города Парижа, действительно, это очень важное направление, очень важная тематика, по которой мы будем также сотрудничать. Казань va accueillir des matchs. Очень важный обмен опытом в плане того, что в 2018 году Казань будет принимать футбольные матчи. В 2016 году Париж был столицей футбольных матчей. Это очень тоже важно. Те знаменательные спортивные события, для которых Казань стал площадкой, это универсиада, чемпионат по водным видам спорта, для нас это очень важный пример, очень важный опыт, который мы хотели принять, потому что на 2024 год Париж является кандидатом на проведение Олимпийских игр. И потом туризм и активность экономическая тоже те сюжеты, на которых мы можем продолжать. И, конечно, туризм и экономическое развитие, это никак нельзя без этого обойтись, потому что огромный потенциал у наших двух городов, и я уверена, что большой поток парижан с огромным удовольствием откроют для себя и познакомятся с вашим городом, ну и, конечно же, экономическая составляющая вот, развития туризма, ее нельзя недооценивать, и тот факт, что два мэра уже заложили такие серьезные идеи для сотрудничества, я думаю, это только будет привлекать и способствовать развитию экономики наших городов. И я думаю, что Казань должна быть служить источником вдохновения и для размышления для многих стран по всему миру, когда многие религии здесь присутствуют и существуют в гармонии в мире. Это действительно удивительный пример, который для всего мира, для многих стран мира может быть очень полезным и нужным опытом. Nous avons à Paris aussi toutes les religions. Et un dialogue interreligieux extrêmement poussé. И в Париже также все религии, все конфессии представлены, и мы тоже стараемся строить диалог, именно основываясь на толерантности, на взаимопонимании. У нас тоже есть достаточно богатый опыт в этом плане. Я думаю, мы, как мэры двух городов, двух столиц, у нас есть что обсуждать, чему учиться друг у друга и каким опытом делиться друг с другом. А что касается экономических ситуаций, я думаю, мы, являясь мэрами столиц, мэрами больших городов, наша задача бороться для того, чтобы наши территории, наши города, для наше население процветало и делать все возможное для того, чтобы наши города развивались. И деятельность мэра Казани в рамках города, в рамках республики и на международном уровне, она показывает его нацеленность на результаты, желание представить
Казань в самом лучшем свете на мировой арене. И огромное спасибо за это. De mon côté, j'essaie aussi de montrer. Я со своей стороны как раз тоже пытаюсь в данный момент показать, что Париж имеет богатейшую историю, город, который все-таки ориентирован на будущее, на современность, и в этом, я думаю, наши идеи совпадают. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité et que il faut comme on le fait se battre pour créer des opportunités. Я уверена, что мы, как будучи мэрами городов, мы должны открывать новые возможности, новые способности для развития наших территорий, наших городов, нашего населения. Мы должны за это бороться, и я думаю, нам есть чем делиться друг с другом. Я имею полное доверие к своему экономике, к своей экономической составляющей, к экономической составляющей вашей страны, поэтому я думаю, здесь у нас полное взаимопонимание. Je crois que les maires, nous sommes des gens entreprenants et plutôt optimistes. Et мы, являясь мэром, должны быть предприимчивыми, оптимистами, оставаться в любой ситуации. Главный итог для, я считаю, это историческим событием, что Великий Париж приехал в Казань. Для меня это большая честь, и я горжусь тем, что моя коллега, одна из самых уважаемых, несмотря на то, что это женщина, одна из самых прекрасных женщин, я хочу, самая красивая мэр в мире, как и ее город, управляет таким мегаполисом и делает это успешно, на зависть многим мужчинам, и нам есть всем, чему поучиться у Парижа. Большие вызовы стоят перед ними, большие вызовы стоят перед нами, и очень быстро меняется время, и вот такой обмен практиками очень важен для завтрашнего дня наших городов. А сегодня у президента Рустама Галича Минниханова мы обсуждали, статистика говорит сама за себя, что уже в 50-м году 80% населения будет жить в крупных городах и агломерациях. Мы должны быть к этому готовы. Я счастлив, потому что мы дожили до того, что к нам приехал Париж, и мы можем друг у друга учиться. Мы договорились совершенно конкретной работе и хотели бы подвести итоги уже через год. Но любезно наша коллега представила нам площадку для Сабантуя, она будет в мае, и впервые мы будем в центре, в сердце Парижа, в сердце Европы наш национальный праздник проводить, который мы хотим в ЮНЕСКО выдвинуть и защитить право нематериального наследия и показать многоградность нашей России и самое большое достояние – это межконфессиональный, межнациональный мир. И много других совершенно конкретных вещей, которые мы хотели бы реализовать. Я горжусь тем, что на моей груди сегодня заявочный знак на право принимать Париж, Олимпиаду в Париж 2024 года. С сегодняшнего дня, с вечера я посол Парижа по заявке. Я думаю, что это будет синергия не только двух городов, но и всех муниципалитетов, которые поддерживают нашу коллегу и которые позволят в 2024 году принять в Париже Олимпиаду летнюю. А мы за это время у них подучимся и потом уже привезем Олимпиаду летнюю в Казань. Я искренне в это верю, и в Олимпиаду в Париже, и в будущую Олимпиаду в Казань. Но самое главное, я верю в то, что сегодня открыта новая, надеюсь, золотая страница истории взаимоотношений двух исторических городов. Если раньше мы гордились тем, что через Казань проезжали великие имена, знаменитые люди, писатели, путешественники, исследователи, ученые, то сегодня мы имеем честь принимать мэра столицы, одного из главных государств мира, дружественной нам всегда Франции, которую Россию, Францию, большая история, большая культура. И вот то, что мы сегодня, Париж и Казань, теперь уже с ответным визитом встретились у нас, дает нам основание верить в то, что это новый этап, и он будет созидательный, интересный, плодотворный.
обоюдовыгодный, и я желаю нам всем в этом успеха. Еще раз хочу поблагодарить мадам Идальго за приезд. Это для нас событие большое. Merci, monsieur Michin. Alors, j'ai beaucoup mangé et très bien mangé. C'est magnifique. J'ai eu vraiment un aperçu de la gastronomie qui est vraiment magnifique. Et je veux vous remercier. Je ne sais pas si je vais pouvoir manger dans les 15 jours qui viennent tellement j'ai mangé, mais c'était délicieux. Et là aussi, sur la gastronomie, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble parce qu'il y a un goût à Kazan, comme il y a aussi un goût à Paris pour ces bonnes choses. Что только не попробовала, целая палитра вкусов национальных блюд. Спасибо огромное. Я скажу, что это была наша куриная лапша. Это были костыбы и треугольники. Это был беллиш, это была губадья. И наш гость героически все попробовала. Да, я говорю, потому что я не могу это осилить даже с гостями. Но она любезно это все сделала. Ils m'ont bien soigné, hein, ça, il y a pas de problème. Да, по мне позаботились очень хорошо. Я не уверена, что в ближайшие 15 дней я смогу вообще что-то еще кушать. Это bon argument. Просто voilà. Кухня прекрасная, это аргумент. И в плане гастрономии, я думаю, что в Казани и в Париже есть особый вкус блюд, и у нас много проектов уже, идей проектов в гастрономическом направлении тоже уже есть. Je ne reviendrai pas en 2017 pendant la Coupe de la Confédération, mais j'espère bien revenir tout de suite après et notamment participer, pas sur le terrain, mais dans les tribunes avec le maire lors de la Coupe du Monde. Ça, j'adorerais revenir pour un match de Coupe du Monde. К сожалению, в 2017 году я не смогу вернуться. Я хотя бы с огромным удовольствием хотела, но сразу же после на Кубок мира, я думаю, мы вместе на трибунах с господином мэром будем вместе болеть. В качестве победителя летней Олимпиады 2024 года. En tant que vainqueur de l'Olympiade 2024. Merci beaucoup.